Приветствую вас, друзья и недруги. Насладитесь роликом, в котором Артур Смольянинов занял место Михаила Ефремова в проекте «Гражданин поэт». Не считаю нужным комментировать. Вместо коммента я лучше подверстаю небольшой фрагмент из моей беседы с артистом Андреем Соколовым. Юрий Гагарин, в одно слово с маленькой буквы, представляет. Гражданин поэт. Теперь с Артуром Смольяниновым. В первую декаду февраля фигурантами информационной повестки после длительного перерыва стали две пока предполагаемые гражданские жены Владимира Путина – Алина Кабаева и Светлана Кривоногих. С кем кончает В.В. Путин. Эх, судебина наша бабья! Вот чего же ради засветились вдруг неслабо путинские леди. Вновь Канада учудила после санкций многих, под раздачу угодила Света Кривоногих и... Кабаева не глупо выступила тоже. Президент медиагруппы, помоги нам, Боже, предъявили там Алину к изумлению зала. Энергично и недлинно речь она сказала собственному аппарату, добавляя весу АКМу автомату, уподобив прессу. И не в этой ли связи ли под конец недели снова Путина спросили – не конец войне ли? Он готов ответить сразу, шуткою потертый, повторяя эту фразу раз уже в четвертый. Путин русских манит раем. Мы его достойны. Войны мы не начинаем. Мы кончаем войны. Все он верно замечает. Путь их не случайен. Столько мало кто кончает, сколько он кончает. За отмеренное время, сбросив мягкотелость, кончил он почти со всеми, с кем ему хотелось. КГБ и СССРу много чем обязан. С Конституцией, к примеру, кончил пару раз он. Со свободой кончил слово. Всем теперь опало, даже Алла Пугачева под него попала. Кончил с Ельцинской группой, с Ельцинской эрой и со всею этой глупой сахаровской верой. Стал для всех великим кормчим, и заткнулись снобы. Он с самой Россией кончил, как никто не смог бы. Превратил подохи-вздохи в беспросветный хоспис. Это знак его эпохи. Кончено. И подпись. Что уж там на фоне данном прочее? Оргазмы, хоть его и Дон Жуаном видели не раз мы, с Кривоногих и с Алиной наплодил. Чего же он кончить с вильной Украиной? Ну, не як не может. С этой темой украинской устной и в печати уж кричит ему Явлинский. Ладно вам, кончайте. Стонет дряхлая Европа, бостонские чащи, стонут зэки из окопа. О, кончай, кончай же. Уж у всей планеты корчи, ежится, как ежик, только он не может кончить. И уже не сможет. То мешают горы санкций, то поляки-падлы, истребители-британцы, танки-леопарды, стонут Гергиев, Мацуев, Соловьевых пара, уж и Стамарго танцует, чтобы не упало. Эти истины простые с каждым днем яснее. Украина, не Россия, ты не кончишь с нею. В заболоченной равнине, вскормлен кислым тестом, ты увязнешь в Украине этим самым местом. Так и будешь в вечном клинче мучить все живое, заходясь в победном кличе, то есть жалком вое. И прислушиваясь к вою, скажет мир устало: краще б ты, кінчав з собою, всім би краще стало.
можем повторить. И вживую тоже. Адреса и даты концертов вы тут видите, а билеты по ссылке в описании. Каждую неделю на платформе «Спектр Пресс». Читал о Павле Табакове, актере молодом. И он был представлен в популярном издании как звезда сериалов и митингов. То есть сейчас молодые актеры тоже принимают участие в разных этих движухах. Вы считаете, это может помочь или, наоборот, навредить профессиональной карьере? Да, дело в том, что вот, опять же, с одной стороны, ты ощущаешь себя, ну, как бы единомышленником в одной команде, да, с другой стороны, ты смотришь вот на разницу времени, которое прошло лет, да, вот те ребята, которые сейчас выходят, они не помнят, что было, они не знают, что было раньше, они, у них нету сравнений, поэтому они, ну, простите, идут как за дудочкой, да, и не думая. Потому что политика, а то они пытаются заниматься политикой, это тоже профессия, это разные вещи. Это не значит, что тупо следовать за какими-либо призывами. Ведь надо понимать, что, чего ты хочешь и к чему ты хочешь прийти. И достигнешь ли ты этого или нет. Если ты занимаешься актерской профессией, ты должен понимать, что актерская профессия и твоя гражданская позиция, безусловно, она существует. Но ты понимаешь, что если ты человек публичный, да, то твои поступки, они рассматриваются вот под большой линзой. Mm-hmm. Ты ответственен за тех, кто поведется на твоем призыве или на твоих каких-то действиях. Надо думать многократно. И вот кажущееся ничего не делание, оно порой гораздо больше, чем делание того, что не надо делать. Согласен. В принципе, обсуждаете с ней, что получилось, что не получилось у тебя, или нет? Нет, или... она потому и супруга, что она так считает, что, в принципе, моя работа – тьфу, не бей лежачего. А, вот так вот, да? Конечно. И не надо делать вид, что так ты устал, потому что, ну, она права, потому что у нее тоже, она работает, трое детей все время. Ну, но, правда, у нас есть разница в возрасте, чем я пользуюсь иногда. А как ты пользуешься? Ну, авторитет включаешь? Ну, я не авторитета нет уже давно. Нет, но... да? Я не включаю статьи. Я включаю. Я пытаюсь бить на жалость, но тоже не очень получается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».